Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке, спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какую? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина. Дейсон, упражняй тело, а ум догонит. Татау привезет тебя туда. Thank you.
Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Так, Джейсон, разберись с пиратами.
герой! Стоит оглядеться. Они мне за него заплатят.
Теперь рация. Для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало. На Медузе кто-то поднял тревогу. Кретины. Мы ближе всех. Я отсюда вижу. Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Эй, Деннис, я напал на Медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманеки. Ты нам нужен. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васа. Легче убить. Сделаю. А. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Удачи. Thank you.
Сигнализацию. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Ладно, хочешь в прятки поиграть? Я тебя найду и убью.
Надо бежать! Бля! Иду за тобой! Thank you.
Алло, Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока.
Или же они снимают видео для выкупа. Блять! Попался, гад! Видео. Ее тут нет. Нет. Бас! Ты где? Ты ведет тебя. Набил. А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я сажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно, я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать! Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик, это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Thank you.
Огонь повсюду! Получилось. Мы
Чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Ладно. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Лиза? Дейзи! Ты цела? Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готово? Почти. А, есть! Да. Клево! Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальные. А ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Разве тебе нечем заняться?